многія назіральнікі маюць за плячыма вялікі вопыт. Для Ігара Каплунова правядзенне выбараў работа. Ён займае пасаду старшыні выбарчай камісіі Бранскай вобласці Расіі. Так што ход выбараў у Беларусі ён ацэньвае з прафесійнай кропкі гледжання. Хацеў бы абратіць ваша ўвагу на высокі ўзровень падгатоўкі избирательных участков. Оборудование все находится в наличии. Высокий профессионализм членов участковых избирательных комиссий. Вне помещения голосование тоже проходит без какого-либо давления, как и на избирательных участках. Никто ничего не оказывает, нет никаких нарушений, нету прямой агитации, что, конечно, запрещается, вы знаете, в соответствии с законодательством. Высокий уровень организации выборчего процесса, доброзычливость и святочная атмосфера. Кроме этого, назиральники отзначают высокую явку. Активность белорусов свечит об отказности и необуяковости до будущего краины. Везде довольны и счастливые лица. Мы не встречали сегодня ни среди наблюдателей, ни среди избирателей тех людей, которые бы сегодня нам подавали жалобы. Люди приходят с приподнятым настроением, довольны. Никаких либо других замечаний мы сегодня не видим. Мы считаем, что выборы на хорошем, высоком уровне проходят. У основный день голосования международным назиральникам треба наведать не один участок, погутарить с представниками выборщих комиссий, назиральниками и выборщиками. Все это допоможет скласти полную картину того, как проходят президентские выборы. До 14 часов я посетил 10 участков. По моему личному наблюдению, все проходит в правильном режиме, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Мы собираем информацию и через каждые 2 часа сообщаем в штаб-квартиру СНГ, где она обрабатывается, и после этого будут подведены, после окончания завершения выборов, будет дана оценка миссии наблюдателя СНГ. Максим Савин, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель».